Друзья, здравствуйте, всем привет, всем всего самого наилучшего. Сегодня я в очередной раз смотрю Вертеича, поэтому Аризона, Ролиплей Феникс, IPO описание, вы сами все это знаете, вы сами все это делаете, и мой промокод, мой никнейм, мои все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там со всем этим знакомьтесь, познакомливайтесь и так далее. Давайте приступим, начнем и продолжим, может быть даже. Кто ж его знает-то, как там будет. Видеоролик называется «Письмо от подписчика». Идет он 4 минуты 44 секунды, но, разумеется, я смогу дотянуть этот видеоролик до 8 минут, вот эту вот свою всю реакцию и все прочие вещи. Давайте приступим, привет, начнем и так далее. Здорово. Так, подожди немного. Привет. Вчера ночью перед сном я получил интересное сообщение так, от какое? Своего зрителя. Привет, Никита. Я начал играть на Аризоне только из-за тебя, чтобы встретиться с тобой. Это, так сказать, была моя маленькая мечта. Мечать. Понял. Играл 2 дня. Итог. Заработал 2 миллиона. Это неплохо. Купил себе машину и дом. Весь интерес пропал после этого. Не совсем после этого, а после того, как квесты стали непроходимыми. Это квест Майкла, где надо побить грушу 100 раз. Так вот, сколько бы я ни бил, счет не менялся. Админы говорили, баг сервера и после перезагрузки пройдет. Думаешь? Так вот, ничего не помогло. И после этого весь интерес к Аризоне пропал. Ну и я решил подарить тебе весь свой аккаунт. И чуть ниже логин и пароль от аккаунта. Практически моментально мне пришла в голову идея. Позже узнаете какая. Прокачать аккаунт его? Для начала нужно было убедиться, что это никакой не прикол. Войти на аккаунт смог я без проблем. На нем 5-й уровень, введен мой промокод, немного денег, дешевый дом и автомобиль. Все прямо отлично. Так, как и описывалось в сообщении. Значит, можно действовать. Алло. Думаешь? Алло. Брат, это очень важно. Вот, читай. А что ты удумал? Теперь расскажу, что я удумал. Пока этот паренек спит, мы прокачаем ему Чопис-то аккаунт. Чопис-то уже тут, так сказать. Все, Чопису звонят по всем проблемам, по всем вопросам. Идем этот самый зловещий квест. Будет смешно, если он сейчас будет пытаться на аккаунт заходить, зайдет с другого и напишет то, что взломан. Добрые взломщики попались, прокачали аккаунт, спасибо. Мы решили посмотреть, что у него есть в инвентаре. У него есть вот этот? Фу, шляпа, смотри какая. Оценили и пришли к выводу, что у него нет клевого скина. Поэтому понял. Я выдал ему скин, прям как у меня. Я Вертеич. Кроме это того, отлично. Мы купили ему Титан Вип и все лицензии на вечность. У меня, короче, есть Маврик, который я на фанпэе купил за 400 рублей. Ебать, на фанпэе? Обратно уйдет потом. Было принято решение подарить ему вертолет. Это очень удобное средство для передвижения. И как сказал Чопис, бензин тратить не надо, да, и попе тепло поэтому. В этом я с ним согласен. Но кроме этого, к вертолету прилагается и другой подгон, о котором вы узнаете буквально через минуту. Так, держи, короче, Маврик. Ну все, теперь его аккаунт на 1 035 000 дороже стал. Вертолет передан, теперь нужно подобрать автомобиль. Поискать гелик какой-нибудь. А это ему поможет просто, типа, ну... Он же писал то, что было бы логичнее, если бы квесты ему прошли, чтобы у него дальше была какая-то линия интересная, то есть жизни на проекте. А так, вот, типа, просто аккаунт, имущество дали, и что ему с ним делать, если он сам не знает, что со всем этим делать, типа, какой в этом смысл? Он по итогу, наверное, потом все это в казино проебет и все, типа. Очень странная хуйня. Вот, кстати, но Чопис, конечно, респект, Чопис красава. Что-то, походу, Чопис есть. Лучше. О, смотри, Мерс Е500, он стоит 85 лямов. Данный Мерседес вы могли наблюдать в моих видео. Немного посоветовавшись, мы приняли решение, что именно этот Мерс и будет вторым подгоном. После передачи Мерса на аккаунт Азамата были также переданы 76 биткоинов и вечная канистра с заточкой. Ебать, вечная канистра. Ебать, это что за хуйня? 7. И, наконец, самый главный подгон этого вечера. Вертолетная площадка. Охуеть. Блин, это жесть. Да, это пиздец. Да сюда Боинг поместится, мне кажется. Здесь уместится вся Самара. Подобрать объекты было достаточно сложно, но мой навык в прошлом помог решить эту задачу. И мы соорудили вот такую маленькую и красивую вертолетную площадку. А теперь... Она после рестарта не следит. К главной проблеме. Он не смог пройти квест, мы смогли. И все, что оставалось, это всего лишь сдать этот квест Майклу. Покинув игру, я отписал пацану, что... Все, квест пройден и пожелал приятной игры. А проснувшись утром, получил от него вот эти сообщения. Здорово,
везунчик. Привет. Спасибо. Не за что. Все цены, что сколько стоит, я тебе описал, для того, чтобы тебя в будущем не обманули. Спасибо. Тебя добрый. Просто новичок, я экономики так и не выучил все. Я надеюсь, тебе интерес после этого не пропадет развиваться, потому что там есть куда расти, в принципе. Угу. Я рад. Мы реально кайф ловим. Вертич, знаешь, возвращается к своему предыдущему контенту, вот как он, когда он только начинал, когда он дарил бомжам всякие машины, там, вот эти вот все прочие имущества, вот это, он постепенно ко всему этому вернулся. Или когда забавно. Это делали, особенно когда строили вот эту вертолетную площадку, это целая дилемма была. Мы, наверное, минут 20 ее строили, не могли объекты подобрать. Спасибо. Правда, этот случай поистине уникален. Во время реализации всей этой движухи, не знаю как Чопис, но я ловил лютый кайф. Читая его первое сообщение, которое он написал, да, я Чопис уже всегда кайф ловит. Понимал, что буду что-то делать. Между строчек чувствуется душа, которую он вложил в это письмо. Он ничего не просил, ему ничего не нужно было, он просто хотел отдать свой аккаунт мне. Надеюсь, что он останется на сервере надолго. Кстати говоря, подписывайтесь на канал. Через аккаунты же вроде запрещено продавать, но у Вертеч, я так понимаю, есть связи, некоторые подвязки, все прочее, поэтому аккаунт не забанят. Красава, Вертеч. Месяц посмотрим, чего он достиг, и поймем. О, это как вечный террариум у Сливки Шоу, когда там каждый месяц смотрят, каждый год все делают. Или нет. Всем пока. Охуительно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Вы можете, почему-то чел задвигался, вы можете зайти туда, ввести мой никнейм Данте Коннор, ввести мой промокод NoToxic54 и сделать все прочие вещи на Arizona Roleplay. Сейчас тут вылезут всякие плашки, и не вот эти вот, а которые вылезут вот сейчас.